Здравствуйте, это компания «Дом в дорогу», меня зовут Константин. Хобби «Экселент» 495 ВФБ. 495 – это значит внутренняя длина 4 метра 95 сантиметров, а буковка W означает то, что у него есть отдельный душ. Но всего-навсего 495 – маленький одноусный прицеп, но с отдельным душем. И не просто с отдельным душем. Но что значит «не просто с отдельным душем»? Это мы посмотрим тогда, когда мы зайдем внутрь. А сейчас снаружи. Но у него глухая стенка, что позволяет повесить велосипедные крепления. То есть иногда здесь бывает окно, и велосипедные крепления можно вешать только впереди. А если вы поставите велосипедные крепления впереди, то у вас появляется ограничение на радиус поворота. Поэтому велосипедные крепления по возможности лучше ставить сзади, вот на такую глухую стенку, как здесь. Это для того, чтобы из-под кровати что-то достать в тот момент, когда на этой кровати кто-то спит. Удобный очень люк. Еще раз хочу вам сказать, что прицеп из серии маленьких одноосных прицепов, небольших, легких. 495, это не какой-нибудь там 720 или 770, всего-навсего одноосный 495. И вот заходим, смотрим вот этот вот прицеп, да, то есть вот эта столовая зона, кухонька. Ну, серия Excellent — это романтическая серия для двоих. Это не семейный прицеп, это прицеп для двоих, и дизайн как раз выполнен вот именно под романтику, под путешествие вдвоем. То это маленькие премиумы, видите, он такой глянцевый, красивый. Вот здесь вот спальня, вот такое вот необычное зеркало. И вот здесь вот мы привыкли видеть такой маленький моноблок, где расположен умывальник, душ и туалет, и все в одном помещении. Но давайте сейчас оператор откроет эту дверь сам, пройдет туда и покажет вам этот маленький, в кавычках, моноблок. И видите, вот мы видим в маленьком прицепе не просто моноблок, а большую туалетную комнату с отдельным душем. То есть, видите, огромный душ, большой умывальник, туалет, огромное количество полок, много зеркал. Да, и видите, вот какая красивая, красивая туалетная комната и удобная, с огромным количеством полок для аксессуаров, для принадлежностей, для всего. В общем, вот и надо сказать, что вот эти вот прицепы с большими туалетными комнатами, они очень популярны, их очень любят. Это самый маленький прицеп с самой большой туалетной комнатой. Ну и вот этот вот вся спальня и вот эта туалетная комната отделяется от общей зоны, ну, от, можно сказать, от публичной зоны, вот такой вот шторкой, да. И когда вы привели себя в порядок, вы открываете эту шторку и представляете, себя показываете во всей красе. Или наоборот, когда вы хотите отдохнуть, вот здесь идут караванерские посиделки, здесь ваши друзья, ну, вы просто устали, захотели уйти, лечь спать, отдохнуть, вы заходите в свою спальню и также закрываете вот эту шторку. Этот прицеп называется Hobby Excellent 495 ВФБ. С вами была компания «Дом в дорогу». Заходите на наш сайт domvdorogu.ru, и вы увидите очень-очень-очень много планировок прицепов Hobby, автодомов, и вы в разделе «Путешествия» увидите, как мы с ними путешествуем. И мы надеемся, что вы к нам присоединитесь, потому что, путешествуя, человек живет две жизни.